Зимняя спартакиада трудовых коллективов стала уже традиционной в Искитимском районе. Работники проявляют к ней большой интерес и всегда с удовольствием принимают участие. Новосибирский электродный завод заявился одним из первых. Одним из лидеров это является команда Новосибирского электродного завода, поскольку проводит и внутреннюю спартакиаду, и предприятие, конечно, большое количество работников, есть выбор, будем говорить. Ну, как показала прошлая спартакиада, что возможные сюрпризы. Настольный теннис, шашки, мини-футбол на снегу, лыжная и гиревая эстафеты. Соревнования по шорт-треку. Со всеми этими видами спорта участники, в том числе и представители электродного завода, справляются неплохо. Участие в спартакиаде – это очень ответственный момент. Стараешься показать себя, дабы не только, как бы сказать, дети, да, но и юноши, и взрослые мужчины, которые работают, они не забывают о своих прошлых годах и, то есть, продвигают себя дальше. А я всегда верю в победу, потому что меня с детства учили бороться до конца. В итоге в теннисе и футболе Новосибирский электродный завод завоевал серебро. Общекомандные же результаты вывели «Новес» в лидеры спартакиады, определив ему почетное первое место.